Ученые российских вузов посетили Республику Южная Осетия. В рамках визита они встретились с руководством Югостинского государственного университета. Доктор экономических наук, профессор, директор Курганского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Андрей Шеломенцев, эксперт-аналитик, доктор экономических и технических наук, профессор кафедры менеджмента Тамбовского государственного технического университета Константин Савин, доктор экономических наук, доцент Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Светлана Дорошенко, младший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН Ксения Гончарова на встрече с ректором Югостинского государственного университета Вадимом Тедеевым обсуждались вопросы взаимосотрудничества. Были определены приоритетные направления. Со стороны Юго-Осетинского вуза на встрече присутствовали помощник ректора Лана Гаглоева и руководитель медиахолдинга вуза Алла Джоева. Следует напомнить, что между Югостинским государственным университетом и Тамбовским государственным техническим университетом в 2017 году был подписан договор о сотрудничестве. Гостям была организована экскурсия по университету. Побывали в музеях этнографии и краеведения и зоологии йогу. Вот сейчас мы находимся в музейном комплексе, да, это говорит о том, что вуз является таким ключевым, государствообразующим, таким мощнейшим аппаратом, который сконцентрировал вокруг себя не только образование, науку, знания, но и вот память о той старине всех эпох развития республики. Это не только похвально, это, наверное, все-таки надо дать должное руководству университета, ректору и всем людям, которые вот даровали вот эти вещи. Вот, что это память, это история. А история, если есть у страны история, у республики история, республика будет существовать.